аннулировали туристические компании, полностью отменили все проданные ранее путевки. Об этом рассказала председатель комитета по туризму Виктория Бородянская. По ее словам, в связи с пандемией сейчас закрыт весь мир. Такого в истории туристического бизнеса еще не было. Туроператоры, агенты обзванивали клиентов и сообщали об отменах. Ну, естественно, возникает вопрос, можно ли получить потраченные деньги обратно. Ром, ты как раз изучил эту тему, и тебе слово. Да, Паша, туризм пострадал одним из первых. Виктория Бородянская ответила на вопрос саратовцев в режиме онлайн. Она рассказала, что у туристов есть возможность изменить даты тура или получить депозит. То есть бронь на более поздний период, но пока по той же цене, что и брали путевку. Так называемый депозит будет действовать до 31 декабря 2021 года. Хорошо, если человек хочет вернуть за путевку деньги. В этом случае придется судиться, и многие саратовцы устраивают скандалы в турагентствах. Но зря, и вот как объясняет этот вопрос председатель комитета по туризму. Подавая в суд для того, чтобы вернуть свои средства за нереализованный туристический продукт, вы обращаетесь, апеллируете через суд к туроператору. То есть, приходя к агентству в Саратове, вы должны понять, что агент перед вами финансово не отчитывается, агент перед вами финансово не несет никаких выплат. По словам специалистов, несмотря на то, что ограничения введены до апреля, туроператоры и турагентства не продают путевки на май. Пока эту работу приостановили, а если кто-то и предложит тур, то саратовцам советуют не рисковать и отказываться от таких предложений. Ром, спасибо. Тему внутреннего туризма мы тоже не оставим. Обязательно поговорим об этом на наших следующих программах.